Всем привет! У нас сегодня уже 8 утра, было плюс 25, представляете? Сегодня последний день хорошей погоды. Я здесь, вчера я так все-таки постирала. Ну, я вчера постирала, что там было у меня постельное, что мы брали на отдых, я брала с собой там. Потом что же я еще-то постирала? Покрывало постирала. Вот. А, и полотенце для кухни. И у меня всю ночь висели. Нормально было. Я переживала, что это ветер поднимется ночью. И будет все в пыли, придется перестирывать. А нет. Все было отлично, ветра не было. И хорошо. И сейчас вот такой вот, ну вот слабенький ветерочек. Ну, смотрю, нормально. Здесь же, видите, у нас и камни, у нас там и хоздвор, я всегда все переживаю. То, что все в пыли будет, мне это не нравится. Вот. Это уже сегодняшняя стирка. Я постирала полотенце, вывесила прям на солнышко я подушки, одеяло. И здесь я вынесла матрас. Пусть всякие штучки уходят. Вот. Пусть на солнышке, это хорошо, матрас так я постоянно делаю. Ну, не так часто, как хотелось бы, но от всяких букашек, таракашек, да? Чё, Руш, горишь? Горю. Может быть, футболку найти тебе одеть? Нет. Я, блин, убрала все лето. Сегодня мы едем на рыбалку, и Рушан говорит, я что, в штанах поеду. Придется опять там все ворошить, искать Рушану шорты. Ой, дурдом какой-то. Ради одного дня, да? Ну, было бы хотя бы 29, еще терпимо было бы, да, в штанах. А сегодня 36-37, это уже нет. Это уже в штанах. Да, не вариант. Меняет масло Рушан, решил поменять. На небольшое ТО проведу. Вот насколько говорю, вот, получается машине 3 года, даже 4-й год пошел. Вот. Мы абсолютно здесь не вкладывали, ну, не делали ничего. Хотя вот... А у нас же трубка порвалась какая-то, помнишь, мы хорошо встряли на 30 тысяч. Цепь порвалась, это как бы такое, это не говорит о качестве автомобиля. Просто, когда мы патриоты взяли, там тоже вот там ведро с болтами, еще что-то такое, короче. Вот вы намучаетесь. Скажу, что мы не намучились. И не мучились. Буквально машина ни разу не подвела. И дай бог мучиться не будем. Да. Поэтому все, кто раздумывает, брать патриот или нет, берите. Так. Пойду посмотрю, у меня там на плите стоит повидло. Готовится уже вовсю. Ну, погодка сегодня радует. У меня как раз, видите, полотенца в тени висят, они не горят. А вот то, что надо, там подушки, одеяло, все на солнце. Да? А мы как раз, наверное, перед отъездом надо будет убрать, потому что мы уедем. Солнце получше, да. Оно высохнет. Что, полотенце? Да. Ну и да, оно сейчас высохнет. Высохнет, да, я уберу. Бусинка моя лежит там на солнышке и загорает. Ой, хорошо, хорошо. Все равно брызгает, что ли? Ой, какая тяжелая. Так, нашли только такую крышку, больше никакую крышку не нашли. Так, сейчас минутку. Так, сейчас надо помешать мне. Ну и крышка, конечно. Сегодня с самого утра встала и сразу же принялась за повидло. Надеюсь, оно нормально, не подкисло. Ну, запаха ничего нету, нормально. Все, пусть жидковато еще. Борщ хотела поставить, но когда такая большая чашка стоит здесь, невозможно поставить кастрюлю. У меня кастрюля стоит наполовину. Ты вчера начала готовить, мясо поставила варить, но у меня кастрюля стоит наполовину. И так неудобно. Думаю, ладно уже. Вечерком приготовлю борщ. Мы вчера картошки нажарили, поели.
Сегодня утром омлет приготовила. Так что нормально, мы не голодные. Все. Как говорится, у каждого есть две смены по обуви. Не, мы же меняем там с летней одежды на зимнюю, там на осеннюю, ну, на весеннюю. И Патрик также должен меняться, наверное. Опа. Ох ты. Соты. Слушай, я, наверное, не буду это ставить сюда. Почему? Я это в урик засуну. Угу. Смотри. Вау! Нифига себе! Супер! Класс. Можно заказать на этот, на, получается, любую марку автомобиля. Логотип. С твоей стороны тоже будет. Ух ты, круто, спасибо. На клепки посажены. Хорошо. Ну-ка. А назад. На заднем. А кто сзади сидит, тот обойдется. Обойдутся, да. Ага. Классно. Между прочим, вот поначалу, когда первый раз заказали, у меня такое было мысль, блин, а вдруг она как-то не понравится, вдруг там это соты забиваться будут, еще что-нибудь. Нифига. А в итоге, короче, мне настолько это все понравилось. Опа. Я был в восторге. О, смотри, где они сделали, да, классно? Ну да. Удобно. Они, говорю, крепятся, они не ездят. И садятся четко. Сейчас, Борька, придем, сейчас. Сейчас, подожди, я посажу и придем. Вообще, класс. Ну. Четко. УАЗ. Вот такие новые коврики. Теперь это у нас на подарок можно заказать. Буквально ты, получается, им достаточно предоставить марку автомобиля, год выпуска и сфотографировать вот эту часть. Получается, салон без ковриков. Угу. И все, у них там зацепы, как бы, да, под каждый автомобиль идет, все классно. Да, где заказываю. На подарок можно заказать и даже не будут подозревать, что вы такой подарок подготовили. Да, все ссылочки оставим на интернет-магазин, где мы заказывали, в описании к видео и в закрепленном комментарии. Обязательно. Ну чё? Класс. Чётко, как чётко. Всегда. Отлично. Круто. Ну, конечно, за значки отдельное спасибо. А, натягивай. Давай. Опа. Под сиденье, да, все уходит. Все четко. Давай. Красота. Вообще супер, бомба. Мне нравится. Это ссылочка в описании, переходите, заказывайте, отличный подарок. И друзьям. И себе, и друзьям, там, мужу, жене, как бы, в принципе, довольны. И, говорю, поначалу, говорю, даже обувь хочется снять именно босиком. А так и будет, дорогой, да? Так и будет. Вот, моются очень легко, буквально вытащил, обтряхнул из сот, и там еще ромбики бывают, а все выпало, вот, тряпочкой протер, чистенько, класс. Красота. А, как я ранее рассказывал, у нас, получается, на дом сейчас, ну, как бы вот борьба идет, там два хозяина, брат с сестрой, вот они как бы в одинаковой доле. Вот, и как всем известно, с братом мы договориться не можем, достучаться до него не получается. Сейчас я еду к сестре, с ней попробую поговорить, ну, рассказать, может, она даже не в курсе, что творится на данный момент, вообще происходит, и вообще, что может она думать, потому что, на мой взгляд, как бы, с ней будет, ну, более как бы то ли адекватно, что ли, воспринимает это все. Вот, попробую с ней поговорить, разъяснить всю ситуацию, на
все наши требования, чего мы хотим, что нас не устраивает. И вообще узнать, в курсе ли она вообще, что происходит. Потому что уже как бы далеко давно, все глубоко далеко заходит. И может быть, о последствиях она не понимает. Сейчас попробую поговорить. Опять еще раз предложу устно наши требования, чего мы хотим, нашу просьбу, что ли, уже так сказать. Требования, конечно, требования мы на бумаге изложили, а пока вот устно это просьба будет. Вот, поэтому сейчас поеду, поговорю, потом расскажу, в чем состоит, и вообще, будет ли со мной разговаривать, будет ли разговор состоится или нет. Попробую поговорить, потом расскажем, что будет дальше. Ну вот, как-то так выглядит столик, но он еще не обсох. Такой. Поближе показать. Не, уже все высох. Где-то местами так не подсох, а так уже нормально. Вот так вот он выглядит. Шимбучишно. И подходит. Мне кажется, очень хорошо подходит к дивану. Да, пилот? Подходит? И лежит такой себе. Все, красота. Так, все, я еду обратно. Ну, что могу сказать? Как говорится, есть адекватные люди, есть неадекватные люди. Вот в данной ситуации она прочитала, получается, весь договор, который нам был предоставлен. И, в принципе, она говорит, я, говорит, не вижу здесь абсолютно ничего, что может, как бы, ну, сыграть не в нашу пользу или тому подобное. Вот. Она говорит, я, говорит, не понимаю, почему, говорит, он так себя ведет, почему, как бы, это, все это, ну, вообще, что это происходит. Вот, как бы, сказала, что, там, что на что он опасается и тому подобное, там, вообще, чего боится. Вот, я говорю, ну, а чего, как бы, бояться, если, там, деньги уже все, как бы, да, там, вам отданы. Вот. Ну, в таком духе, короче, разговор состоялся, что вечером она к нему пойдет, будет с ним разговаривать, потому что я как бы все ей уже объяснил, показал буквально, еще раз показал ей наш образец договора. Вот. Она сказала, что подключит своего сына. Вот, он, ну, как бы он тоже юридически как бы подкован, поскольку там в суде работает. Вот, короче, буду ждать, что нам позвонят. Сказали, я к этому позвоню, как раз состоится разговор. И в таком духе. Потому что она говорит, я говорит, ничего не вижу такого. Я просто объяснил, говорю, ситуацию, говорю, смотрите, вот, вот если, допустим, мы в итоге не сойдемся, грубо говоря, вот он не захочет что-либо менять в своем договоре, либо подписывать наши договоры. В итоге что остается дело? Остается дело с судом. А ему, может быть, говорю, и проще это все, как бы, да, там, все это ходить туда-сюда. А, говорю, а для вас это, вам это надо? Вообще, как бы, да, там, отношения, говорю, портить не хочется. Потому что, как бы, мы, в принципе, свои, ну, свои, как бы, обязанности выполнили. Какие к нам могут быть претензии и тому подобное. Ну, короче говоря, ждем звонка. Разговор состоится между ними, потому что что-то решать надо. Что? Как не придет, так грязное. Ой-ой. Рыбаки наши. Говорит, вот коллекция, смотрите. Сейчас домой в душ, взять еды и снова на рыбалку. Да не говори. Сейчас Рушан тоже в душ пойдет. Через сколько? Я там уже мясо приготовила. Ну как вы освободитесь? Мне сейчас осталось залить только. У меня варится еще повидло. Я сейчас его только залью. Я уже банки все простерилизовала. Мы уже покушали. Угу. И это. И оденемся, и все. Руш сходит в душ. Угу. Ну, и поедем. Посмотрите, у нас какая погода. Солнце как светит. Жарко. Очень жарко. Вчера про вечером хорошо было. Сегодня жарко. Ну, у нас последний теплый денечек, сегодня 36, а завтра уже резко 23. Все, Это у тебя шорты, да, еще есть от этой футболки? Да. Я вот хочу тоже такого костюма одеть. Где-то сейчас я его достаю, вот он.
Вот точно такой. Или не такой? Нет, не такой. Не такой. Вот я вижу шортики. Вот это. Верочка, да. Новенький. У меня есть синий где-то, блин, а может синий достать? Так, подожди, оно высохло? Должно. И это, что-то не хочется мне новый прям. Ну да. Жалко, да? Жалко, потому что там извозюкаешься. Да, значит, у меня есть время, сейчас поищу быстренько. Только недавно убрала, вон еще я перебираю, лето убираю. И убрала. Угу. Надо вот убрать, сейчас и пилотик пройдется. Кто на таком месте лежит? На каком месте? А кто успеет? А, серьезно? А у вас? Я. Конечно, деловая. Нет, кто успеет. А так обычно Рушан телек смотрит. Я лежу вот так, а он вот так лежит. Получается. Ну, у вас как разбирается? Вот так. Тут вообще трехместная. Здесь у нас, знаешь, когда? У нас так же. У вас так же разбирается? Вот так, да? У нас вот это поднимается. Там вот так таких два ящика. И спинка вот так отпускается. Ну-ка, вот так вот поснимай меня. Вот так вот. Вот, я тебе покажу. Я, кстати, еще не показала диван, который купили, покажу видео. Ну, ты, наверное, пока у меня это видео выйдет, ты уже, наверное, покажешь. А, так? А, у вас вот как, у нас нет, у нас по-другому. Да, и у нас то, у нас больше. А может быть, так кажется, подожди. Мне кажется, чуть побольше. У нас вот это именно место больше. А и так, мне кажется, больше. Да? Да, побольше диван. Угу. У нас, говорю, здесь спали вот так вот Катрина. Лера, Катрина, Денис. Они помещались, блин? Конечно, да. Там много гостей, конечно, спасают еще это матрасы. На матрас, когда папа был. Еще матрас пришлось стелить. Классно, когда это кафель на полу. Да, ничего не царапаешь, не боишься. Да. А ламинат был бы, уже бы так не подвинула бы. Я бы уже побаивалась. Так что такие дела. Ну ладно, у меня там еще готовится. Сейчас буквально чуть-чуть и будем уже собираться. Я там уже мясо все приготовила, ребра. Угу, все готово. Угу. А? Пойдет. Я уже занесла полотенце, вывесила на матрасник. Рушана собрала на рыбалку. Деловой такой. В этих тапках пойдешь? Нет, нет, конечно. Так, смотри. О. Видишь? То, что большие те? Нет. Один тапок и второй тапок, видишь? Да нет, ну одна нога больше, другой всегда. Так что мы те шлепки взяли, а не то, что там один будет. А я вообще-то никому ничего не рассказывала. Ты берешь и сдаешь. Контора. Все, мы, короче, это наготовились, повидло. Замочила чашку. Брать? Куда? А там нам немного надо. Так у нас много и нету. Я хочу посмотреть, что у меня здесь это. Перья эти надоели. Поливать сегодня вечером буду. Так. Кажется, ой, укропчик. Нет. Сегодня, да, сегодня надо бы открыть. Сможешь, да, открыть? Вот сегодня на один, да, день надо открыть. Здесь тут такое творится. Сейчас МЧС пришел, Рушан, чтобы одевали светлую одежду. Вот прям ты прям это... Вроде МЧС не читала, прям видишь, как я тебя одела? Ага. И это... Температура поднимется до 39. Индец. Вот смотри, только смотри, это у тебя светлая одежда, помидоры, они сейчас могут тебе это... Давай вот один помидорчик. Видишь, что ты говоришь? А во что мы будем собирать помидоры? Их тут почти и нет. Что, земля уже... К вечеру буду поливать. Уже высохла. Ну, не высохла такая, но надо уже будет это полить. Я тоже вон оделась. Футболку. Сейчас искали, да, вещи. Лет это все убрала. Че, только не вижу, что у нас сколько два помидора. Жесть. Три. Может, здесь где-нибудь? Снизу. Вот, смотри, вон он висит. Вот он. Ага. Здесь вообще все лысо, да? Вот краснеет помидор. А он розовеет. А пока доедет, не поспеет, да? Нет. А вон, открывай, только аккуратненько. Да и хватит, я думаю.
Да? Вон там еще есть какой-то. Вон там. Жара. Это обидная хрюша сегодня. Жарко там, видны кролики, наверное. Да, хватит, хватит. Хватит. Надо вот убирать. Мне как руки не доходят. Да не, сейчас такая жара стоит. Не дорушь, нет, хватит, куда нам? Ну, на всякий случай. Вдруг аппетит откроется. Да, ага, откроется. Все, мы будем собираться, готовиться. Сейчас покажу вам повидло. Сколько у нас там получилось баночек. Дома так прохладно. Мама тоже позвонила, говорит, блин, на улицу не выйти. А дома-то так хорошо, прохладно. Вот. Наше повидло. Так, вот оно вчерашнее. Надо, знаешь, что взять? Надо будет взять этот. Скотч заехать купить. Этот. Да, подписывать. А теперь не разобраться, где какое варенье. Это фу, повидло. Первый ряд. Горячее. Не полное, это яблоко. А вот оно, да, вот это вот вчерашнее. Да, первый ряд. Вот эти вот. Ряд. Да. А вот это вот уже, а так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь баночек сегодня закрутили, два, четыре, пять, шесть вчера. Но сегодня такие побольше, я смотрю, банки. Вот большая, большая. И вот они большие. Но это, видите, тоже не полное получилось. Ну, ничего. Сколько варенья. Еще у меня там есть яблочное варенье. Ой, не варенье, а повидло. Че, варенье да варенье. Так что, вот такие дела. Отлично. Все хорошо. Всем хватит. Повидло. На зиму. Ну что, в путь? Поехали мы. Все закрыли, дом закрыли. Я думаю, ветер не уронит нам матрас. Что-то ветерочек иногда поднимается. Все. Мы погнали. Что у нас здесь? Удочки. Удочки взяли, помидоры взяли, ложки, вилки взяли. Ребрышки здесь свиные взяли. Взяли. Да, они купили говяжьи ребра, потому что они хотят 50 на 50 готовить. И все, на пятерочку, Рушан, сперва. Ой, я бы головной убор не взяла. Что? Забыла. Да, думаю, справлюсь, наверное, без головы. Я в тени постоянно. Нет. Вон они там стоят. С той стороны взяли кукусики. Первый раз буду пробовать. Как-то что-то Кшинка их похвалила. Кукусики. Я люблю все-таки окер. Вон на ту сторону поехали. Они там стоят. Вон на той стороне стоят они. Вон она, синяя машина их. Не доехали мы до рыбалки. Лук закончился. На рыбалку без лука не ездим. Ни в коем случае. Короче, все, все взяли, а лук не взяли. Хотя, говорят, это возвращается плохая примета. Может, примета не верим? Ну да. Я раньше верила в примета, до появления Рушана. Да. Я, как говорится, я разрушил все приметы. Угу. Ну, так жарко, у меня вся лысина вспотела. Ой, блин, это... Расскажи, в кого у тебя вот это вот? Папа? Да. У него тоже это редкий волос был. У меня, короче, до 21 года у меня, в принципе, это шевелюра густая была. Все, лук едет. Вот. А потом резко что-то так бах, и все, утром проснулся, и нет волос. Сейчас нас обгонят, и мы поедем. Все, рыба заждалась. Собраны, перепашаны, перепаханы. Черные поля. А там мы рыбу покупали раньше. Теперь мы сами ее ловим. Интересно, ничего не взяли с собой? Вроде бы должны были взять. Ой, какая пыль, надо закрыть.
машина будет в пыли. Ё-моё, не царапай машину. Да, камыш нет. У них-то хорошо, блин, она вам проползла и все, блин. Ага, по низу, да? Под камышом. Ой-ой-ой. Потому что я слышу, как она хрррр делает. Тебе и хрррр. Я пошутила? Это называется идеальная рыбалка. А вы еще не наловили, чтобы готовить. Что-то кто-то говорил, что здесь удочку не успеваешь закидывать, или клюет. Подожди, не, уже попробовал. У тебя тоже был. Иди, да на хлеб. Я на этот... А, ну давай хлебушек, да. На хлеб надо ловить, точно. А то вы с салатов начали как-то не очень. Да, хлебушка может еще попозже будет, пойдет. Можно сначала ее хлебушком приманить. Я беру вот туда, когда мы съездили с этим. У меня, видишь, поклюв был, сожрали, тварь. Подмотали. Так, крючок. Хорошо, на, я уже это сделала. Хлебушек. Сейчас тебе покажу, как можно закидывать удочку. Ого, ты катарик сделала. Как у Кристины, такой же. Смотри. Нет, конечно. Так, пальчиком хоп, открываешь. Берешь крючок и вот так отпускаешь, хоп, и закидываешь. Еще через себя удобно. Но через себя лучше, когда с лодки. Мастер-класс, да? Понял, да? Угу. Берем. Когда далеко нужно кидать. Это что у меня здесь валится? Бутылки. Да, хорошо. Ой, бутылки в плане. Здесь напиток. Бутылки, наверное. Обязательно хлеб поплевать надо. Да, слюна привлекает. На, держи. Ваня, вот так места. Щелку. Да, так, мы на природу со своими дровишками, чтобы облегчить немного. У нас здесь готовится, будем картошку с мясом. Здесь получается... говядина и свинина. Сейчас лук, морковь, еще помидоры добавим побольше. Перец сладкий, полугоркий будет. Ну, потом уже покажу по ходу картошечка. Ну, все заливается немного водичкой и под крышку. Обалденно, мы уже готовили так несколько раз. Ну да, я говорила, томат, ага. Как бы все свое домашнее. Ну, кроме говядины. Рыбка клюет, но пока не очень. Она только пока созревает. Потому что она все съедает рыба. Она голодная. Ну подожди. Я уже стрелку открываю. Угу. Моя удочка лежит. Ау. Иду. Может сорваться. Карась? Нет. Не вижу ее. А, окунь. Нет. Это красноперка. Окунь. А, окунь. На червя? Да. На червя тут только окунь будет. Ну, хороший окунь. Че, заглотил хорошо? Ну, пора. Рушан, может, запустим его, он такой маленький. Дурочка, что ли, совсем. А есть пассатир? Боже. Ага. Да, заглотил. Я это не буду снимать. Я тоже поймала. Хрен знает что. У Кристинки все. Он палец укусил. Хочу. Это Кристина. У Кристины все съедает и съедает. А я тебе говорил, не корми, ой, не соли это. Было бы не соленое, не ели бы. Ничего, я эту гадину поймаю, которая съедает. Да подожди, какой, помогите. Помогите!
кто-нибудь! Подожди. Это за Карасиков, за Костенькин. Идем, зайка, я тебе помою. Всю рыбу, короче, распугали. Все, сворачиваемся и домой едем. Нет. Кричит, карасик, помогите! Этот прыгнул в воду за карасиком. Его так классно карасика тянуть. Он такой прям тяжеленький. Да, я вижу. Карась ходит по-любому. Самое классное тянуть сазана. Ну, сазана и не тянула, но карася такого крупненького тянула. Это классно. Прям удочка вот так загибается. А ты как цепляешь? Чуть-чуть где-то в твоего жало углядает? Сюда по-разному. Карась. Хренушки тебе, блин. Не карась, блин. Сейчас, не торопись. Девочка, блин. Мелкая? Нет, отрекла. Не торопись. Блин, я хочу дернуть. Не надо еще. Ну все, упорола. Лотики масенькая какая. Отпускай ее сразу. Сразу отпускай. Отпускай, отпускай. Да не надо отпускать. Блин, меня опять сожрала под рукой. Поймала! Блин, это не карасик. Все, это отпускаем. Ой, какой, бля, муха, давай сюда. Рушан, хватай его. О, видишь, карась есть. Красавчик. Вот он. Ик. О, не торопись. Хотел уже дернуть. Это не Рушан, вот Рушан. Чего? Чего? Нифига себе. А я ложки взяла. Так вот, кому нужно сушить? Я потом отсюда не встану. Да, так и не надо вставать. Угу. Лежи, пока не похудели, да? Да. Рыбушки. Так, вот это, картошечка, перчик. Покажите найденные булочки. Себе главное хлеба 30 рублей, а для рыбы хлеб за 100 рублей. Булочки. Мы, короче, пошли чуть дальше, пройдем. Здесь у меня иду с рыбой, с ведром. Крапива, зараза какая, а? Ага. У нас уже темнеет, все, мы едем домой. Все, у нас, кстати, дождик такой небольшой. Вон, видите, я мокрая. Пошел такой резко, тучка там пришла. Такие капли крупные. Крупные капли такой. Блин, у нас же там одеяло, матрас на улице, подушки. Я говорю, а он мимо домой. Нас мог пройти. Мы с другого стороны. Мимо нас прошел. Вот. Ну уже все, там с дерева начали сыпаться какие-то вот эти вот летающие мураши. Да, мураши с крыльями. Ой. Такие вот с крылышками. Муравьи какие-то непонятные. Прямо я стою, на меня как дождь. Думаю, что такое, ползу, знаешь? И как-то жутко сразу фильм ужаса вспоминаю. А там еще начали, блин, по всяким кушарям, по этим камышам кто-то шарится. Как вот эти вот нутри, потом вот эти вот курочки. Ну, фазаны. Если как фазаны. Курочки там в основном летают.
И как неприятно, каждый сейчас гнил, какая фигня выскочит оттуда и на тебя нападет. Потому что, видите, темнеет, а там стоит куширей. Ко всему прислушиваешься. Ой. Все, хватит, уже наелись. Порыбачили там. Чу не будет вкусняшек. И поехали домой. Мы так по-домашнему немножко поделиться ситуацией с домом. Я ездил, получается, к сестре. Получается, к одному из собственников, бывших собственников жилья. Вот. Пытался поговорить, как бы, да, вроде бы она сказала, что поговорит с братом. Вот, сегодня, получается, она поговорила. Перезвонила. Ну, короче, от ее разговора, в принципе, ничего не изменилось, как бы, потому она что... сказала на меня наорал. Да, в плане того, что как бы это... Она говорит, я как бы, ну, я как понял, просто она уже там не может, по сути, ничего сказать, как бы, вот он, его только мнение, и все, как бы, да, она говорит, в итоге, говорит, ты его слушаешь, как бы, и вроде бы он все правильно говорит, и это... Ну, вот, после чего я ему позвонил, вот, и я спросил, говорю, вы письмо, говорю, забирали с почты? Он говорит, типа, мне ничего не приносили, никакого уведомления мне ничего не приносили. Хотя почтальон мне недавно позвонила, позавчера, по-моему, сказала, Диана, не переживай, она даже мне позвонила. Диана, не переживай, мы, говорит, уведомления все унесли, никто еще не приходил. Если придут забирать, ну, если заберут, мы, я обязательно тебе отзвонюсь. Я говорю, хорошо. А ей я тоже сказал, что... На почте лежит письмо, вот, но по сей день, получается, никто его не забрал. Вот, ну, ладно, я спросил, как бы, он говорит, нет, мне никто ничего не приносил. Ну, как бы, что-то делать надо, я говорю, ну, давайте так тогда. Я ему, как бы, уже озвучил, что конкретно, то, что не, нас не устраивает в вашем договоре пункт такой-то, такой-то. Прямо озвучил все. Он говорит, хорошо, я этот пункт уберу. Потом, второе, что нас не устраивало, это то, что в договоре он указывает то, что деньги получили они оба. Вот. Хотя денег мы переводили, получается, на счет ну, одного собственника. И я сказал, что нужно это указать. В договоре, что деньги переводились одному собственнику, а в последующем, получается, они делили между собой. Ну, он там начал говорить, что типа это все проверится, не проверится, это если в случае какие вопросы, все вопросы будут к ней. Я говорю, ну, это ваши вопросы, как бы нам нужно, чтобы в договоре было указано именно, как оно было на самом деле. Вот. И также... Я ему сказал то, что должен быть акт приема передачи. Он говорит, ну если тебе надо, типа, рисуй его, как бы, и это, я подпишу. Вот, и завтра он обещал скинуть утром. Он, в принципе, готов будет хоть завтра, говорит, я говорит, переоформляю все, как бы это. Вот, ну... Ну, по его договору. Да, по его договору, потому что, ну, видимо, у него принцип такой. Вот он уперся, что как бы наш договор он считает... А ты ему скажи, что он тебе по телефону сейчас сказал? Что у меня принцип... По поводу заработать? Да, по поводу заработать денег. А... Ну там все тут прям это, досконально не говори, просто вот это вот, что он сказал, что у него есть принцип... А, как он да, сказал? Да, что я не дал ему возможность заработать денег. О, да-да-да. Вот. И поэтому у него он там... хотел больше денег, короче, от нас. Да. Типа, а мы ему не дали больше денег. Вот. Я ему как бы, ну я в принципе так и сказал, говорю, в смысле, говорю, заработать денег, говорю. Мы, получается, и так вам дали возможность не потерять денег, потому что вы как бы переживали за налоговый вычет, за то, что там 3 года не пройдет.
Вы должны были в течение 60 дней переоформить дом, но, тем не менее, когда я вам спросил, вы описали, сказали, что так и так, налоговый вычет, и мы же пошли навстречу. Мы, как говорится, сохранили ваш бюджет, вот, а вы говорите, что еще не дал вам заработать. Вот. Ну вот, такая сейчас ситуация. Завтра он скинет, получается, утром договор. Мы опять же его покажем юристу. Вот. Юрист, если честно, как бы, она, в принципе, говорит, сказала, как бы, в принципе, этот договор может подписывать, но нужна расписка. Вот. Расписку он категорически отказывается писать. Вот. Хотя, в чем проблема этого, я не могу понять. В голове. Ну, мы не доктора, чтобы ставить такой диагноз. Да, ему здесь уже все диагноз поставили. Вся Таманская. Вот. Ну. Так что завтра мы посмотрим, что будет завтра. Какой он новый, но какое он новое письмо смастерит. И уже что юрист скажет.